Вторая игра. Напоминаю, что брат проиграл на 27-й из-за того, что не захотел строить много деревьях. Не забайтил он хикалку с пиком. Так. Что в этой игре будет? Хочу ранние инкомы. Хочу раннюю агрессию. Тут есть полярный мишка. Тут есть скелетики. Панда, хиллер. Так, тут опять полярный мишка, сова и рерол. Что еще у тебя есть, Артём? Арча. Я полагаю, он себя, да, он оставляет голд. Апнет первый, ой, будет дефать. Первый мишка и арчой. Этот он так дефнет. Потом апнет арчу. И тем самым он ее не спалит. То есть будет тычковый инит на первой волне. Так, тут что? Делается еще висп. И что у тебя еще есть? Походу, тоже рерол сделал. Да, так Артём и решил сыграть. Так, брат, что у тебя? Видимо, ему там не хватало. Или пик у него просто такой херовастый. Решил играть через друида. И оставляет себе 50 голды. Не знаю на чё. Шоу интуиция. Ну я тоже был уверен, что он дефнет. Но уверенность в ГЛТД плохая черта. Часто подумал. Поэтому лучше надеяться на пик. Клок. Понятно. Грызу печеньки. Немножко почавкаю. Пол все на второй засылаю друг другу. Ну, тут так мой сорча по стандарту. Я думаю, что брат вряд ли сможет прочитать этот пик. Ну, в смысле, он прочитает сплэш, но он не прочитает арчи, я думаю. Вообще довольно крутая связка. Полярный медведь и арчи. За шестую волну можно не бояться. Так, клок танкер. Друид бьет. Делается висп. Тоже делается висп. Ну тут пройдет урса, мне кажется. Арча одна ее не свалит. Ну, вроде не должна. Ну-ка, ПВП. Побеждает урсик. Хиливает 5-0. Но на четвертой волне. Если не будет второй арчи, то он пропустит. Мне интересно, что он будет делать. Магнуса, что ли, апать? Кстати, вариант апать Магнуса. Апнуть Магнуса. Или что, не апнуть арчу? И на четвертый апнешь. Так, тут 4-0.
вот клок, то есть у него мина первая. Он бы, я уверен, ставил бы из Т1, если бы было что, но у него мина, видимо. Приходится отводить за 40 голды, дорого, но лучше, чем ничего. Прат, думаю, дефнет. Четвертую волну ничего не стоит. Друид там, ну, в большинстве случаев убивает стычки с одной. Так, ну хит тут дефает. Довольно просто. Смотрим на прада. Дефает. Все хорошо. У него уже делается 5-1. Хихита ему сейчас засылает мелочь. Прад достраивает райдера за 90 голды. Сумончик такого. Думаю, хорошо. Дефает четвертую волну даже с засылом из мелочи. Опять-таки за счет вот этого чувака. Артем же апает себе арчу. Сидит 5-0 как бомж. Из этого мишки у него получаются нереализованные арчи. Фигня имба. Даже мина. Так, брат заказывает 6 спа. Только что строить волну мне не очень понятно. Потому что текущим пиком он плохо дефнет. Вон отвод работает. Танкует. Друид убивает. Ну вот, не всегда он убивает, но в большинстве случаев с одной тычки. Плюс еще свою молнию выдает, 100 дамага. Плюс она отскакивает вроде по 3 или 4 целям. Ну, с потерей урона, естественно. Так, у Хикалки, походу, горелка. Вот показывает. Immolation. Так, мы тут не сможем посмотреть. Так, брат, что он будет делать? Тут 7, тут даже двойки нет. Ну, блин, нереализованный арти получается вот из-за мишки, из-за Михуила беленького. Все тут упирается в то, есть у него еще какой-то пик, и будет ли ему вести в жирола, потому что если арти не реализовать в начале, то в мидгейме будут проблемы. И будет ли он их строить больше двух штук? Вот еще что интересно. Так, делать 7-2. Ну, это еще, скажем так, не супер поздно. Это стандартно. Так что, скажем так, он еще не все потерял. Тут я что-то деф проделал. Чем он дефул? Сейчас посмотрим. Ну, как видим, если бы пришла урса, он бы пропустил, скорее всего. Он апнул райдера за 150 апгрейд. Ставит еще друида. В принципе, валик, потому что, ну, за счет скилла, короче, за счет молний и бьют более-менее. Ну, скорость так сойдет. Танкуют эти ребята, эти бьют. На 10-й апнет там ли. Может, даже он спортмага мы увидим в этой игре. Возможно. Но я думаю, скорее две лины увидим.
АПЦ Магнус на 6. Тип страхуется. Ну, я думаю, на 7-ю волну он будет Чорчу ставить. Но ему надо ферму еще апать. Так, что на 7? У Прада 5-хатка. Поскольку пик у него дерьмовый, недорогой, сидит он 6-1. Ему надо выбирать точный засыл куда-то. Ну, ему надо слать на 7. По 5-й волне нужно было ему как-то понять, что там хороший сплэш, а в сплэш слать на 8-ю волну смысла нет. И тут никто не шлет. Чат добавится. И это вот, если он есть. Есть. Дорогой, правда. Хихикалка засылает все-таки. Две урсы. И мента. Еще мента. А хермит-то где? У тебя же хермит не накопится. Тут же добавляется еще райдер. Ни хрена себе, еще и райдер в отвод. Ну, кстати, я так тоже делал. Хорошо отводит. И мина. Ну, правда, сейчас удивится, как там засыпается. Что за рак? Сейчас изи отведет вот это и убьет. Стак и урс. А, они не ведутся. Они не ведутся. Брат уже начинает мелочь кидать. Ну, я думаю, пропустит еще много. Ну, хотя уже более-менее. Так что. Но ему кинга все равно надо апать. 13 штук, там еще 2 урсы живые. Они больно бьют. Апай хп. Ну, короче, выбирай. Либо ты апаешь чуть-чуть и отдашь хил, либо ты апаешь все. И тоже не факт, что... А, не, отхил. По-любому. С волной и двумя урсами он не дефнет. Без хила. Ему атаку надо. На крополях, короче. Хотя... Неплохо, неплохо. Хотя урса может сейчас ему навалять. Да добил бы уже. Хил. Короче, одного апа хп опять не хватает ему. Так, Артём должен ставить, наверное, еще арчу, чтобы обезопасить себя. На 8-й волне. Арчи все-таки это не 4. Дефует хуже. Или что? Или хоть что-то на танкование поставить? Тем временем у Хипуки уже 7-3. Ну да, он делает 4-ю арчу. Все просто. Надеяться закончить игру сейчас. Хотя вряд ли получится, потому что волна у Прада. Так, тут Лина. Апгрейдится, продается мужик за 90 из отвода, еще висп доделался один, надо будет смотреть везде засылы, тут чисто мелочь, которая пробьет, тут урса кодой и мелочь, естественно, хихикалке пришло намного больше, чем он заслал, но он дефнет хорошо. Пока Магнус танкует, Арчи мелочь сбривает. Тут же Лина бьет ментов. И уже только сейчас начинает бить. И походу тут пробега. Хотя... Ну, скорее всего, ГГ.
хихикалки прошло 11 штук, но это не страшно, потому что у него хил есть, во-первых, во-вторых, еще лес есть, и закоцанных много. Правда. Волна еще есть в откате. Но я думаю, его забреют по ходу. Хотя не очень. Не, не забреют, нормально. Выживет. Не хотелось мне, чтобы сейчас все закончилось. Слишком это тупо было бы. Так, чё, брат выживает. Сейчас босс 7-3. Потому что 9 он и так верхнет. Даже думаю 7-4 будет делать. Апнет на 10-ю, 2-ю линию, например. Так, тут ничего не изменилось. На самом деле, если бы Прат заслал размен, он бы там вообще умер. Потому что у него не было бы леса Аптикинга. А у Хихилки грелка, ему вообще пофиг. Так что, то, что ему позвонили и отвлекли, спасло ему жизнь в итоге. М4, да, делают. Так, ну тут что, 5 арчей что ли, или что? Нет, 4. Ничего не строил, походу. Хи-хи. А под кинга, опять же. Потому что 10-ю нечем убивать. Брат подкидывает мелочь немножко. Че босс стоит? Хи-хи-хи. Думаю, Т6. Либо еще медведей. По 130. А, у них нет, точно. Точно, точно. Ну давай, Прат. Что ты будешь делать? Я по эту турулину. Ну, поскольку ему мелочи не придет, то он дефнет нормально. А так, две лины это еще не залог деф 10. Под мелочью они также боссов не бьют. И урон уходит никуда. Так, тут микрозасыл. О, лина. У лины 500. И вообще тоже... Короче, лину могут кусить. Ну, одного босса он вроде как должен дефать. Так. Боссы сильно затупили. Неудобно будет. Хотя сейчас он нормально идет. Как он стакает, интересно. Нет, не стакает. Босс не сагрится. Это прикольно. Так. Ну, изи. Одного босса убивает. Вот пошел фокус в лину. Ну и два босса пройдет. Тут не изи все-таки. 1-2. Опять дружный фидинг. Протап от кинга. Атаки у него нет. У хихи нет хп, но есть 300 леса. Вот хп вливает. Семью будет разбираться с папчами. Велены. Эй, ну ты что, дорогой, эй? ГГ.
Короче, полный рофл. Хихи. Наказывают Прада 2-0. И на этом приключения этой парочки заканчиваются.